Добрый день, видеообзор на Poco X5 Pro. В комплекте чехол, коробка, документы. Оригинальное зарядное устройство 67 Вт. Начнем с внешнего вида. Экран практически в идеальном состоянии. Не знаю, насколько его видно, но есть прям микро-микро царапины. Ничего серьезного, собственно. Корпус неведенный. Гнездо зарядного устройства целое. Задняя крышка также в порядке. Особых каких-то потертостей серьезных или чего-то подобного нет вообще. Телефон практически в идеале. Модель X5 Pro, 128 гигабайт внутренней памяти, 6 гигабайт оперативной, плюс 2 расширения. Процессор Snapdragon 778. На данный момент подключен к нашему Wi-Fi, соответственно, Wi-Fi модуль исправен. Звук рабочий. Программы здесь все чисто предустановлены. Телефон сброшен до заводских настроек. К Xiaomi аккаунта нет. И таких каких-то аккаунтов тоже ничего нет. Все хорошо. Передняя камера исправна. Фронтальная также камера рабочая. Внутренний голосовой динамик рабочий. Датчик приближения срабатывает. В общем, отличный телефон. Все хорошо. Рекомендую к приобретению, так как цена после оценки новогодней прям отличная. Успейте купить. Спасибо за просмотр.